Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала! Вы в мире домашних животных! Ну а мы сегодня с маленькой домашней обезьянкой Алексой пришли в настоящую школу для того, чтобы поздравить учителей с их профессиональным праздником – с Днем Учителя! Кроме того, помимо праздника, в школе проходило еще одно очень интересное событие – День самоуправления. В этот день один раз в году ученики 11 классов становятся учителями. Ну а учителя, в свою очередь, становятся учениками. Пока все ждали праздничную линейку, Алекса занималась очень важными делами. И это, конечно же, рисование. А ручку и листочек ей одолжили ученики. После линейки мы были готовы поздравить всех учителей. Ну а для того, чтобы у наших учителей настроение было еще более праздничное, были подготовлены маленькие шоколадочки, к которым прикреплялись очень добрые пожелания. И все это было упаковано в красивую обертку. Все пожелания были абсолютно разными. Задача Алексы состояла в том, чтобы выбрать для каждого учителя одно такое индивидуальное пожелание. Что же конкретно нажелала малышка Алекса каждому из учителей, я вам сказать, конечно же, не могу. Это большой секрет. Но будьте уверены, пожелания были очень добрыми. Не скрою, но от этого мероприятия мы тоже получили огромное удовольствие. Ведь видеть искренние, добрые и счастливые улыбки учителей – это очень большая награда для нас. Кстати, хочу сказать, что маленькая обезьянка Алекса впервые участвует в таком мероприятии. Из-за большого количества людей она, конечно же, немного волновалась. Но она огромная молодец, она справилась с этой задачей и сумела порадовать всех. Как вы, наверное, уже успели заметить, Алекса тоже не осталась без поощрения. Каждый раз, когда она доставала вот такой вот свиточек с поздравлением, взамен она получала, конечно же, вкусняшку. Ну а как может быть по-другому? Во время праздника весело должно быть всем. Раздача пожеланий закончилась. Ну и, конечно же, мы приступили к фотосессии. Должно же остаться что-то на память от этого чудесного дня. И хотя маленькая обезьянка Алекса столько фотографироваться не привыкла, в этот день она была очень терпеливой и послушной девочкой. Ну а я еще раз хочу поздравить учителей школы номер 61. Огромное спасибо за ваш труд и за наших деток. Отдельный привет хочу передать Мишиной Евгении Васильевне. Мне кажется, праздник удался, и все были довольны. Ну что ж, друзья, а я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает наш канал, ставит нам лайки и пишет нам очень добрые комментарии. До скорых и интересных встреч в мире домашних животных!